Привет, друзья! Сегодняшнее видео о покупках в магазине Fix Price. Верите, нет, просто зашла купить салфетки в этом магазине, который я покупаю, мне нравится. Ну вот, потратила 1000 с чем-то рублей. А если быть честной, интересно, чек здесь есть? Чек у меня находится. Вот у нас чек, у нас получилось 904 рубля. Вот. Зашла, называется, за влажными салфетками. Я, как всегда, себе не изменяю. Купила 2 частины. Я покупаю обычно универсал и 3 в одном. Вот. Но кто-то из них мы несли, и кто-то из них протек. Правда, где протек, я не знаю. Вроде все было в стоячем положении. Вот. Это средство я покупаю для мытья лотка, раковины, унитаза. Меня устраивает. Также купила от этой фирмы такой вот протертый с сахаром абрикос. Якобы без ГМО, пишут. Вот, мы как-то покупали уже. В принципе, нормально. Очень хорошо, знаете, на масло, например, мазать. Так что вот так делает Павловский посад. Здесь 400 грамм, как вы видите. Имеет место быть. Захотелось не взять. Это мужу конфеты степ. Вот. Арахис карамель. Я арахис не люблю, поэтому это исключительно мужу. Вот я такое не ем. Так что это только ему. Вот таких вот моих любимых влажных салфеток для интимной гигиены. Сейчас их стали продавать по 3 штуки. Вот все. Так, себе я взяла мюсли. Вот такие 5 штук ассорти. Давно такие не покупала. Ну уж очень больно они мне нравятся. Вкусняшки, так, наверное, такие уже знают. С ореховой карамелью. Это у нас клубничные с йогуртовой глазури. Так, это у нас яблочные. Чистини. А, это всегда не с орехами. Пробуем, еще протекло. Сейчас их стали продавать за 50 рублей. У нас 3 штуки. Я, чтобы не париться, вообще больше, чтобы не ходить в магазин, не тратить деньги. Купила сразу 6, но вообще они мне заканчиваются очень быстро. Я протираю все, и мебель, и раковину, знаете, от шерсти. Так что такие салфетки я покупаю. Следующее, что я взяла для выпечки. У меня для выпечки нет ничего вообще. Ну, думаю, начну с Fix Price. Ну вот, такая вот она маленькая. Думаю, начну с Fix Price, вроде как антипригарная. Очень такая симпатичная тарелочка, знаете, супчик наливать. У кого детки, мне кажется, для деток очень пойдет, такая радужная. Не смогла тоже пройти мимо, вот. Тоже поэтому взяла себе. Никогда не думала, что буду так радоваться при покупке посуды, которой очень не хватает. Поднос тоже мне нужен, если я, например, сижу на постели, пью чай, чтобы ставить сюда кружку. Мне очень нравится этот рисунок наш, славянский. Но я боюсь, что он облезет, так как вот здесь, например, если тереть, да, то он может облезть. Ну, будем надеяться на лучшее. Надеюсь. Ах, да, вот еще мужа. Кокосовый остров. Кокос со сливками. Всем известные, любимые. Я тоже как бы не очень. Если вот мужу купила 2 пары конфет. 2 упаковки. Так, мне нужно было такое, знаете, ситечко. Ситечко, чтобы чай заваривать. А потом переливать в другую кружку. Ну, вот такое вот у них было. Какое было, такое я и взяла. Вот. Резиновое.
Дальше у них была такая вот 120 штук гипоаллергенные с алоэ витамином Е, аура. Так много, прям я не знаю. Пробуем. Ну, мне кажется, что они будут сейчас все на одну этот. Тоже влажная салфетка. Мне кажется, что они все на один лад. Вот, мужу нужны были ручки. Мне срочно нужны были в машине ручки. Пришлось взять упаковку, так что вот видите, одну машину забрали и взяли. Теперь такая упаковка гелевых ручек. 50 рублей. Это получается здесь сколько? Их 8 штук, что ли? Так, взяла я себе труселя. Так что были. Вот такого типа, это натуралка. Вот, вот такого типа. Красивые. Такие тоже классные. Нежные такие, мягкие. Вот. И, кстати, вот эти трусы я видела в магазине «Магнит». Да-да-да. Ну, не поверите, вот похоже. Так что один хрен они штампуют. Кажется, все. Я, кажется, я ничего... А! Еще взяла вот такой тазик. Тазик, знаете, переносить со стирки постиранное белье. Вот видите, здесь углубление есть для слива. Немножко, видите, некачественно сделано вот здесь. Вот это вообще просто тоже, гляньте. Ну, а в целом, ну, что поделаешь, 50 рублей. Наверное, это как бы будет нормально, может быть. Вот такая вот чашулька. Вот. Вот такие были у меня покупки в фикс-прайсе. Спасибо за внимание. Буду очень признательна вашим лайкам. Всем пока-пока.